То, что война кардинально меняет судьбы людей, неудивительно. Удивительно, как с четырьмя классами образования, работая чабаном в поле, а затем путевым обходчиком на железной дороге, оказавшись на фронте, не просто выжить, а стать настоящим разведчиком, провести за собой отряд, побывать в тылу у врага. В сентябре 43-го красноармеец Михаил Доможаков в составе Пирятинской стрелковой дивизии одним из первых переправился через Днепр. Он не только разведал координаты противника и передал их в штаб, а заодно и пулеметный расчет уничтожил. За проявленное мужество и героизм 28-летнему хакасскому парню присвоили звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 45-м Михаил Егорович вернулся на родную землю и к мирной работе в совхозе «Аала Черков» у Стебаканского района, став одним из самых почетных жителей села. Не забыли героя Доможакова и в Абакане. В январе 1993 года постановлением администрации города Абакана были названы новые улицы в 9-м жилом районе. В том числе была названа улица имени Доможакова Михаила Егоровича. Улица небольшая, согласно интернет-картам, на ней 16 домов, но на месте найти ее оказалось довольно трудно. Михаила Егоровича не стало в феврале 93 года, спустя месяц после того, как одна из улиц получила его имя. И вполне возможно, еще при жизни он узнал, что навсегда вписан в историю Абакана. Анна Ахпашева, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.